Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. До праздника остались считанные дни, поэтому в первую очередь поздравляю всех с наступающим Новым годом! Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня весь этот год. Без вас не было бы и этого канала. Ну а сегодня я расскажу вам про последний в этом году осенний сезон, который продлится с 27 декабря по 3 января. Ну что, поехали! И в первую очередь я расскажу вам про сезонные испытания острова Fortune Island. Здесь вы встретите три сезонных чемпионата и две сезонных выходки. Традиция с одинаковыми призами перекочевала на остров. Поэтому за первое место против драйватаров уровня эксперт во всех трех чемпионатах вы получаете три призовых игры. На основной карте вас ждет 4 сезонных чемпионата и 2 сезонных выходки. За первое место против драйватаров уровня эксперт в спринте у Derwent Water вы получаете быструю реплику веселых праздников, призовую игру и 15 тысяч кредитов. За первое место против драйватаров уровня эксперт в автокроссе у водопада Whitewater вы получаете костюм эльфа, шляпу эльфа и 15 тысяч кредитов. За первое место против драйватаров уровня эксперт в кольцевой гонке у Одинбургского вокзала вы получаете оленей рога, оленей нос и 15 тысяч кредитов. И за первое место против драйватаров уровня непобедимый в командной кольцевой гонке в парке Холлируд вы получаете автомобиль Мёслер МТ-900С. Ну а теперь я расскажу вам про последний в этом году недельный форзафон. И первое испытание называется «Змеиный яд победы». Для выполнения испытания вам понадобится автомобиль Dodge Viper GTS ACR 99 года. И все, что потребуется, просто выехать из гаража. Второе испытание называется «Как на гоночной трассе». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать идеальную технику скорость 10 раз. Для выполнения обычной техники скорость вам необходимо просто разогнать свой автомобиль. А для выполнения идеальной техники вам необходимо удерживать максимальную скорость. Третье испытание называется «Мощь из Детройта». Для его выполнения вам понадобятся шоссейные кольцевые гонки, на карте они выделены синим цветом. И все, что от вас потребуется, это выиграть 4 шоссейных кольцевые гонки. Последнее испытание называется «Змеиная ловкость». Для его выполнения вам понадобятся дрифт-зоны. А все, что от вас потребуется, это получить суммарно 9 звезд за эти дрифт-зоны. Ну а теперь награды. Как всегда, здесь можно купить призовую игру за 40 очков и призовую супер-игру за 150 очков. Шмотка в этот раз всего одна, это легендарный свитер с оленями за 100 очков. Но зато добавили легендарную эмоцию «Соня» за 100 очков. Автомобиль в этот раз легендарный, это McLaren Senna 2018 года за 275 очков. Ну и главный приз за этот форзафон это Ford Falcon XA GT HO Forza Edition за 350 очков. Ну а в этом году на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий форзафон, который стартует 3 января. И поддержи меня лайком, чтобы я тоже его не пропустил. Всем пока и с наступающим Новым годом!